Завершается прием заявок на участие в третьем областном конкурсе компании «Достояние губернии». Одно из главных условий попадания в список лауреатов – весомый вклад в развитие родного региона. Предприниматели претендуют на победу в 7 номинациях – промышленность, агропромышленный комплекс, предпринимательство, малый и средний бизнес, бренд региона, торговая марка в категории товары народного потребления, здоровье и красота, гостеприимная губерния. Организаторы конкурса – телерадиокомпания «Губерния» и Общественная палата региона при поддержке правительства Самарской области. В составе жюри министры и известные общественные и политические деятели. Победители получат эксклюзивное право размещать почетный знак достояния губернии на своей продукции. За все время проведения конкурса его удостоились 22 финалиста.